Наконец-то вышли эти Гаутленс потерянные. Так, вот, есть еще. Значит, у нас Fire, Ice, Poison и Shadow. Все, больше не открыто, да? Огненный, ледяной, ядовитый и теневой, можно так сказать. Так, погнали. Поиграем эти в уровни, посмотрим, что это такое вообще. Так, Other Space. Это специальные уровни, сделанные для... А от кого? От разработчика или от пользователей? Интересно. Погнали. Наверное, от пользователей. Да, от пользователей. Я так и понял. Опа. Пока не сложно. Но я ничего не буду говорить. Мало ли. В принципе, на ура проходим. Так. Ну да, он не такой уж сложный. Опа. Погнали, кубик. Так. Хорош. Вообще, сейчас первые попытки, наверное, пройду. Да ладно. 59% только было? Офигеть. У меня уже 31 ключик. Буду копить до 50. Что-то он не маленький уровень. Странно. Да, он реально не маленький. Смотрите, как мало процентов дают. Окей, будем стараться. Так. Да он не такой уж и сложный. Опа. Да что ж ты будешь делать? А я хотел монетку взять. Чё ж ты мне не даёшь-то монетку? Жалко тебе, что ли, а? Ты посмотри, что творит, а? Уровень. Не даёт мне монетку. Да... Опять в это же место ударился, ты посмотри. Там что-то находится. Невидимое, отвечаю. Вот чуйка у меня такая, что там что-то не то. Опять? Я хочу взять эту монетку, она так просто режет мне глаза. Возьми меня, пожалуйста. Ведь я такая монетка красивая. Я же аккуратненько. Я не успокоюсь, пока я не возьму эту монетку. Давай. А, фак, ладно, пофиг. Я слабенько просто нажал. Я еще к тебе вернусь, уровень, и возьму все твои грёбаные монетки. Обязательно. Я тебя опустошу полностью. Тут какие-то шипы очень огромные. Зачем ты такие делаешь, а? Возвращаемся. Вот там еще монетку я обнаружил, но я не хочу ее брать, потому что я не знаю как. Лучше это сделать в Practice Mode. Что сейчас было-то? Почему меня так сильно вверх подкинуло? Вот бесит меня, когда ставят прямо над этими порталами какие-нибудь вот эти батуты. Просто бесит. После этого корабль так сильно выстреливает, что просто я не знаю. Можно хоть легонечко нажми, он так выстрелит тебе, что мало не покажется, и ударится обо все, что попало. Не умеют делать уровни качественно. Ну хотя красиво, но в плане геймплея что-то не очень. Это нужно прям стараться и аккуратненько все проделывать. Ну раз у него много лайков, значит он должен быть хороший, не только качественный. В плане графики. Так. Возвращаемся. Мы уже почти близко. А еще меня бесит, когда вот эти сферы, они немного дальше, чем
надо. И поэтому приходится вот так к краюшку подходить к самому и нажимать. Вот как это бесит просто. Зачем так делать, а? О, взял, нормально. Так, я должен пройти его, чтобы не потерять потом монетку. Ты и так ее хрен когда достаешь. Третью монетку мы пока не нашли, она, наверное, будет дальше. Сколько интересно, как длится уровень, если с одной попытки его пройти. К сожалению, этого нельзя узнать, пока не пройти с одной попытки его. Так, надо вспомнить, что не надо нам нажимать во время того, как пойдет портал, когда будет очень большой разбор. Так, идем. Опять. Я легонечко нажал. Вообще прям... Да, так и есть. Это вроде такой простой уровень. А все из-за одного места портится настроение. Так, ладно. Успокоились. Сейчас пройдем его. Не волнуйтесь. Куда мы денемся? И монетки. Ну хотя бы одну заберем, вот эту, которую я сейчас взял. Просто не надо делать батуты над порталами. Запомните, пожалуйста. Никогда не делайте батуты над порталами. Это плохо потом заканчивается. Особенно невидимые. Это вообще просто жопа. А там наверняка красный находится. А не желтый. Да ты падла. Он следит за мной. Он прям прицелился специально. Я сейчас, если честно, практически ничего не нажимал. И только один раз легонечко так, чтобы он посерединке летел, и все. А эта падла прицелилась на меня и убила. Интересно, а сам чувак ждал того, что его уровень добавит в этот пак с играми? Подожди, а какой уровень сложности был этого уровня? Я не помню. Нормал, что ли? Или хард? Я что-то не обратил внимания. Вроде бы нормал. Ну хотя бы я ему все равно бы дал хард. Опа. Чё ты, блядь, думал, а? А, вон монетку нашел. Ух ты ж. Вверх. Так, тут... Ого-го-го-го! Когда закончится этот уровень, пожалуйста! Фух! А я бы мог сдохнуть. Все, прошли. Ладно, ладно, лайк поставим. Ничего страшного. Все на свете бывает. Да у вас прям одинаковые названия. Other Space и Over 2. Рядышком. Окей, ладно. Не будем презираться. Погнали. Мне кажется, ее несложно взять. Давайте возьмем. Там всего лишь-то. И тем более в начале. В начале самые. Ай. В начале самые легкие монетки. Ясно, он телепортирует меня. Так, что-то произойдет сейчас. Воп. Ключик. А я его не взял. И мордочка некрасивая. Оп. Хотя бы с одной монеткой пройдем. Только уж не совсем. Тут тоже надо подождать вначале. Так, хотя бы взял ключик. Так, монетку вторую нашел. Но пока не будем доставать ее. Боюсь не достать. Так.
пока все нормально. Держимся. Тут краешки такие просто. Я квест прошел. Остальные монетки-то я потом заберем. Окей. Нормальный уровень. В принципе. Где хард? А тот был. А, тот был тоже хард. Все-таки хард, да. Опа. Квест прошли. Есть. Идем дальше. First race. Окей. Посмотрим, что это такое. Хардер. Ого. Блин, он перевернутый. Так, ну здесь мы, наверное, будем уже трудиться так. Трудиться там. Стараться. Я не сказал, что... Ну зачем делать вначале сразу перевернутый корабль? Мне кажется, это не очень корректно выглядит. Ну ладно. Все равно можно было догадаться. Не то, что там, где невидимая попрыгушка, и ты не знаешь, есть ли там она или нет, и ты тоже догадаться. Ага. Тут хотя бы можно понять. Еще маленькие порталы эти. Зачем маленьких делать? Не вижу смысла их маленькими делать. Просто так. А если я перелечу случайно мимо него? Там всякое бывает. Даже подсказочки есть. Хотя уже нет. Это что-то напоминает какую-то мелодию. И не напоминает вам мелодию с Seven Seas? Не знаю, что-то просто очень похоже, но прикольно. Не скажу, что это плагиат, но просто немножечко похоже. Блин, опять на том же месте сам. А, там робот был, я думал кубик. Робот другое делает, там допрыгнуть можно. А я просто резко нажал. Можно было бы задержать. Блин, опять я подумал, что у меня кубик. Запомни, что там робот. Забываю. Окей. Я что-то там не увидел, что ли, портала, и он опять маленький. Чё? Чё там было за портал, подожди? Я и поэтому... У меня только осознание с порталом должно быть белым таким. Я специально привыкал к тому, чтобы робот — это белый портал. Если я вхожу первый белый... Не первый, а белый портал, тогда, значит, будет робот. Я специально это запомнил, чтобы удобно было играть в Jimmy Fidesz. Мне что-то там выдумывали. Специально, чтобы я тупил. Хитрый гад, а? Там, не знаю, скрыт, что ли, как-то.
Да, он был скрыт, я... Там его нету. Невидимый. Естественно, почему бы и нет? Почему бы его и не сделать невидимым? Что так классно? Невидимый было все. Пусть догадывается, а? Эх, хорошо. Кораблик, он перевернутый. Не ожидал. Перевернутый. Да что? Это жестко. Я даже сам не знаю, как я это смог пройти. Что только не хотел так невидимые порталы. Еще невидимый кубик был бы, это я не знаю, это был бы уже демон уровень. Окей. Ай, блин, тут же кораблик перевернутый. Опять. Да, неудобно очень опять! Опять этот дракон, а? Робот, если их еще называют драконом, потому что там очень похож на что-то дракончик. Ай. Ладно, давайте еще немножко попробуем. Если не получится, тогда закончим эту серию нашего прохождения этих уровней, на которых можно получить, кстати, немаленькую награду. Я бы просто так тогда не проходил бы тут. Там что, сундуки нам откроют? А в конце, если мы пройдем все баки, нам дадут еще один... Там мы уже сможем открыть нашего чувака за решеткой. О! Я какой-то секрет нашел! Случайно. Зато вы будете знать, если хотите достать эту монетку, я буду знать. Хотя я не понял, как там это получилось, надо пересмотреть, конечно, запись, если будут собирать монетки. Ладно, еще раз попробуем. В плане геймплея мне этот уровень не нравится совершенно. Зачем вы скрываете порталы? Ну так нельзя сделать. Покажите, ну что вам, лень что ли? Нет, же надо просто прикольнуться. Да что ж такое? Да, этот уровень не из простых. Странно немножко распределить.
определение сложности уровней. Потому что некоторые уровни таким же уровнем сложности. Технология, конечно, получилась, но вы поняли меня. Некоторые я прохожу с таким же уровнем сложности уровни вообще на раз. А некоторые вот приходится мучиться и проходить там по 100 попыток. Даже больше. Да что ж такое, надо было задержать, ну ё-моё. Я опять отпустил. Ну там хотя бы портал было видно, ладно. Это уже мой косяк. Прям на шипы прилетел, молодец. Ничего не скажешь. Как ты умудрился это сделать? Все нормально же было. О, боже мой. Я уже думал, опять сейчас на шипы прилечу. Опять этот робот, опять на этом же месте, ну ё-моё. Вот у меня это часто происходит, я на одном и том же месте запинаюсь. И никак не могу запомнить что-то. Что я отвлекаюсь на прохождение самого уровня, и всё. Всё портится. Надо как-то привыкнуть, что там... Робот. Он так вот делает, неожиданно. Так, вспомнил, там еще робот должен быть где-то. Вот сейчас. Так, что дальше там? Надо прыгнуть, окей. Опять надо было прыгнуть, ну что ж такое? Вы серьезно, а? Такие платформы делаете, на которые не видишь, а потом... Надо прыгнуть здесь, чувак. Что, не видно, что ли? Надо было прыгнуть к порталам остальным. Опять он перелетел. Че ты перелетаешь-то? Все же нормально. Вот, от пилы не ударился. Ладно, давайте... Блин, не знаю. Последний, не последний раз. Ладно. Ты так не делай! Ну, слышь, ты чё? Я уж испугался. Надо было прыгать. Я почти его прошел, но ё-моё. Да. Только такие меня уровни бесят. Самое нормальное это некоторые уровни пользователей. Я могу даже сказать, какие. Ну, там в них тоже свои косяки, но мне на них насрать. Когда... В плане графики, в плане геймплея. А этот нет. Тут, наверное, два предыдущих были в порядке. А этот вообще был... Что это? Я понимаю, что он типа сложнее, и все такое. Но, блин, не настолько же заворачивают какие-то штуки ебанутые. Не знаю, как вам, может, скажете, о, гениально.
след товарища нет. Может, кому-то вообще не нравится эта игра. Я хочу осуждать теперь. Пусть играют свои стрелялки. Что хотят. Тут вообще даже не любят играть. Да, есть такие люди. Даже дети, которые реально не любят играть в компьютерные игры. И вроде не в голову все... Блин, опять на том же месте. И вроде у них в голове все в порядке. Что может не нравится в играх. Ничего не сделаешь, просто тупо играешь. Но не совсем тупо. Это сложно все. Конечно, игры имеют тоже свою пользу. Но, блин, если ты играешь чуть ли не 12 часов в день, то это плохо. Это то же самое, что надо знать меру. Даже если много съесть яблок, там где-то 20 штук, или больше, я не знаю, или меньше, можно. То сколько поместится вообще? То тебе будет плохо. Очень плохо. Хоть яблоко и полезное. И почему это происходит? Потому что знать надо меру. Тут то же самое в играх. Ну, хоть я даже и прыгнул, но зацепил портал, ну что ж такое? Чё он вам не понравился, да? Он ударился об пилу, которая просто рядом неприметно находилась. Хорош вообще. Опять? Прям на шипы, а? 37 попыток уже потратил на этот уровень. Это плохо, это плохо, это ужасно. И уровни я должен уже проходить за 20 хотя бы попыток. Но нет. Мне уже нечего сказать вообще. Решающий момент. Все, давайте. Погнали. Окей. Скажи, что это конец. Пожалуйста. Хочу. О, новое достижение. А еще? Спайк Доглер. Что это значит? Ладно. Тогда мы остальные уровни уже пройдем в следующей серии. Давайте посмотрим, какие достижения мы. Называйте. Одно и то же, практически. Только алмаз это просто минерал, а бриллиант это уже обточенный алмаз, который красиво выглядит и имеет такую форму особенную. Так, нет, не сюда. И не сюда. Вот, достиженьки. Я смогу тут найти? Наверное, вряд ли. Можно в Стиме, кстати, посмотреть. Что это стимовское достижение. Или хотя, может, я пойму, почему. За что? Может быть, за... не за монеты. Не, за звезды тоже нет. Может, я какое-то определенное количество уровней прошел? Не знаю. Давай что-нибудь купим. Не, мне не хватит. У меня тут уже все, что дешевое. Я сам... Хотя вот оставил тут цвет один. Я уже хочу что-нибудь подороже купить. Хотя вот, смотрите, я могу купить вот этот. Да, куплю и все.
какая разница, все равно мне придется все это купить. Ох, ладно. Закончу, пока мы на этом наше прохождение этих странных Gauntlets. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про группу ВК, там можно предлагать игры для прохождения. Ссылочка чуть-чуть в описании. Всем пока!